Ровно год назад в Каспийске появился филиал акционерного общества «Единый оператор Республики Дагестан по водоснабжению и водоотведению». За этот период было проделано немало работ, одна из которых – это замена водопроводных сетей различного диаметра протяженностью более 15 километров. Как отмечает специалист по экономической и корпоративной безопасности Руслан Рабаданов, у организации на ближайшее время уже запланировано множество других работ. По республиканской программе «Чистая вода» планируется замена магистральной сети водоснабжения более 22 километров. Проект реконструкции главной насосной канализационной станции прошел экспертизу и запланирована реконструкция. Единым оператором Республики Дагестан производится множество работ для улучшения качества и бесперебойной подачи холодной воды, в связи с чем же хотелось бы обратиться к жителям города Каспийска. Своевременно производит оплату за потребляемый ресурс. Представители управления два раза в неделю проводят рейды по выявлению и отключению абонентов безучетного и бездоговорного пользования услуги холодного водоснабжения. Помимо этого, в Каспийске каждый день проводятся работы по очистке канализации от мусора, средства личной гигиены, влажные салфетки, подгузники, текстиль и другие ТБО. По словам специалистов, они уже извлекли порядка 600 тонн отходов. Напоминаем, что подобные действия недобросовестных горожан могут привести к подтоплению подвалов и выводу из строя насосных станций.